Да. Привет! Спонсор сегодняшнего выпуска – Цигапан. Цигапан внесен в Книгу рекордов планеты и Книгу рекордов России. Повышает эффективность выполнения любых спортивных задач. Набор массы, сушка мышц, силовые тренировки, кардиосессии и стретчинг значительно ускоряет восстановление после травм и переломов. Ссылка в описании. Да. Привет! Сегодня прекрасный день. И я думаю, что у нас бы не хватило времени видеоролика, если бы я начал перечислять все титулы спортсмена, который стоит сейчас рядом со мной. Поэтому просто скажу, что это Дмитрий Ишанкин, чемпион мира, и не только. И о чем сегодня наше видео? Мы будем снимать тренировку для спины. Тренировку для спины, но только на турнике. Я постараюсь рассказать и показать упражнения, которые могут влиять на разные участки спины. И надеюсь, что вам это будет полезно и пригодится в ваших занятиях. Друзья, когда мы договаривались с Юрой снять тренировку, он говорит, давай турник. Я говорю, здесь нет турника, это Элс-клаб, здесь турник только гравитрон или машина Смита. Но тут чудесным образом, я не знаю, вашими молитвами, наверное, появилась Омния от Техноджим. И мы можем показать вам различные виды подтягиваний. Давай с обычных начнем. Обычные, классические, стрикт. Нужна программа. Сейчас покажем несколько вариантов. Вот просто ровненько, силой, макушкой вверх. И вытягиваться, и напрягать. Как вы знаете, работают здесь и руки, и мышцы спины. Хорошо бы перенести нагрузку на различные участки. То есть, чтобы больше подтягиваться, надо просто больше подтягиваться. Делать это каждый день, и чем больше раз, тем лучше, различными способами. Дима, вот часто спрашивают, как полностью накачать спину на турнике под всеми углами, чтобы вот полностью вот хотя бы. Первое упражнение комплекса, три подхода прямых классических подтягиваний. Да? Давай. Повис. Ровненько, вот так просто идет, да? Ну, такой неплохой вариант базовый. Я бы чуть-чуть сместил корпус вперед, чтобы локти вот шли через стороны, да. То есть как бы больше? Больше через спину, да. То есть слегка лопатки назад и напряжение широчайших. То есть ошибка, когда локти так. Для того, чтобы сместить нагрузку на боковые участки, круглые мышцы, то, что визуально сделает вашу спину шире, я бы порекомендовал браться широко, прямо широко-широко и подтягиваться к макушке. То есть не обязательно подтягиваться выше, локти в стороны и немного назад, грудь вперед. И напрягать вы сами почувствуете, как упираетесь во что-то. У тебя локти прямо назад идут. Так прям... Да, то есть положение чуть вперед, локти назад, и вот эти вот круглые мышцы, которые как раз задают ширину, прекрасно отрабатываются. О, это почувствовал. Да. Вот они. Понимаете, вот этот. Ты узким делаешь? Делаю. Здесь можно параллельно еще отработать. Узким легче, потому что бицепс в более выгодной позиции находится, брахиалис, предплечье все помогает тянуть. Так, а теперь узкий. Узкий, параллельный, локти вперед.
Да, то есть вы подключаете зубчатые, подключаете грудные. Надо ли мне вот так разбить? Ну, если ты хочешь сместить нагрузку чуть выше на спине, то да, можно немного направить таз вперед. То есть слегка прогнуться. Прекрасно. Хорошо. То есть, отводя локти назад, получается, что ты задействуешь еще немного дельты, трапеции. То есть, если вертикально, да, ты тянешь вниз, то здесь немного верхняя часть. Хорошо. Окей. Теперь нужно что-то еще. Мне еще нравится вариант тренировки пресса, где работает самый низ широчайших, зубцы и косые. Вот в боковых позициях, в фитнесе, в классике, вот этот участок, когда косые переходят в широчайшие, вот это моя была такая фишечка. Сжался, держишь спину и скручиваешь. После этого упражнения вот как раз косые сбоку выглядели так. И тело, знаешь, зажато, сбоку зажато, здесь грудная клетка, спина накачивается. Кайфовое движение. У меня есть продолжение. Вот мы сделали комплекс, да, подтягивание широким, узким, средним хватом, зубчатые. Почему бы не показать упражнения, которые обычно никто не делает? Вот именно ты в Таиланде показывал подъем ног. Подъем ног – хорошее движение, такое турникмены делают. Получается, такое напоминает пуловер, да, движение? Да, вот, прижимаете локоть к корпусу и напрягаете и грудь, и широчайшие, работает пресс и крепление трицепсов. Окей, тогда чуть ноги вперед и подтягивайте себя. Ну вот мы сняли наше видео о подтягиваниях, о том, как накачать спину. И если вам было интересно, я могу открыть вам маленький секрет, что у Димы есть свой очень интересный канал на YouTube, где вы сможете посмотреть еще серию видео. Как вы видите, у него очень сильная накачанная харизма. И смотреть будет... Большая харизма моя. Смотреть будет интересно. Спасибо. Поэтому ссылка в описании под этим видео. Смотрите, подписывайтесь. И я надеюсь, Дима еще согласится прийти как-нибудь и показать что-нибудь еще, да? Спасибо. Так. Да. Я подготовил несколько чемпионов в различных видах спорта. Один из моих учеников стал чемпионом и получил первое место на конкурсе в категории Men's Physique. Как накачать мышцы и провести сушку тела с помощью тренера по интернету? Сейчас вы узнаете, как проходят индивидуальные онлайн-тренировки с помощью таких бесплатных программ, как Skype, Viber или WhatsApp. И одну ногу назад. Шикарно, вообще шикарно. И заднюю ногу поставь на носок. Запомнила стартовую позицию? Да. Вначале вы заполняете анкету, где отвечаете на ряд вопросов. Сколько раз в неделю вы готовы тренироваться? Какой у вас стаж? Состояние здоровья? Указываете ваши замеры и вес. Также вы присылаете свои фото до начала тренировок, чтобы тренер мог оценить вашу форму. Ваше лицо при этом может быть заштриховано. Хотя в любом случае я никогда не выкладываю фото или видео клиентов без их ведома и согласия. Затем я разрабатываю для вас индивидуальную программу и диету и в течение буквально 1-2 дней отправляю их вам. После этого я периодически корректирую эту программу и диету, так как иначе их эффективность со временем будет снижаться. Периодически мы с вами созваниваемся, и я смотрю, как вы выполняете упражнения. Через веб-камеру, например, если вам это неудобно, вы просто можете записать видео, как вы выполняете упражнения, и прислать его мне. Через приложение Viber или WhatsApp это занимает несколько секунд. Я скажу, правильно или неправильно вы сегодня выполняете упражнение. Вы можете ознакомиться с расценками, кликнув на аннотацию в углу экрана или в описании к этому видео. Ну да. И тебе он подробно расскажет, как тебе поднимать штанги и гантели. Оу.
из дрыща превратиться в модели. Ты отлично знаешь эту злую весть. Злую весть. Ты отлично знаешь, что, что? Надо сбросить вес. Очень интересный сайт знакомств и поиска компаньонов No One означает «не с кем». То есть получается, что если у вас нет компании для того, чтобы пойти в кино, отправиться в путешествие, отправиться на вечернюю пробежку, вы можете зайти на этот сайт и моментально найти себе компаньона или компаньоншу. То есть это, я так понимаю, могут быть и знакомства, и могут быть поиски друга для похода в какую-то секцию, в какой-то клуб, что угодно. Тренировка по регби, пьеса «Утренняя жертва», крутой отдых, совместный поход в театр. Просто прогуляться вечером приглашают. Ну смотрите, мне кажется, что интересен сайт тем, что это все-таки не просто сайт знакомств, а поиск партнера абсолютно для любого предприятия. Решать вам.